Привет, друзья! Сегодня я решил приготовить блюдо, которое обычно я готовлю на мангале. А так как зима, будем готовить ее в духовке. Это шашлык из картошки с салом. Получился очень вкусный гарнир. Курица-гриль, приготовленный в духовке, которую ранее я уже готовил. Ссылочку на рецепт приготовления вы найдете в описании под видео. Итак, для приготовления взял 6 картофелин, 150 грамм соленого сала и адыгейскую соль. Картошку нужно порезать на пластинки толщиной примерно сантиметр. Берем сало, нарезаем тоненькими пластинками. Толщину и количество сала используйте на свой вкус. Я думаю, салом картошку не испортишь. Дальше берем деревянные шпажки и поочередно нанизываем картошку с салом на них. Берем фольгу, укладываем картошку и присаливаем по вкусу. Затем плотненько заворачиваем фольгу. Остальную картошку мы готовим таким же способом. Берем форму для запекания и все туда выкладываем. Отправляем запекаться в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 40. По прошествии времени можно вскрыть фольгу и запечь до образования румяной корочки. Но я не стал этого делать, так что достаем картошку из духовки. Выкладываем на тарелку. Дальше освобождаем картошку от фольги. Картошка получилась вкусной, ароматной, мягкой, пропитанная ароматом сала. Можно использовать как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира. Ребят, если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Оставляйте также комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч!